Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. Добро пожаловать в наш пятый сезон, в 79-ю серию. А перед просмотром видео я хотел бы вас попросить зайти и подписаться на канал Остров Протекса. На его канале ты сможешь найти очень много различного геймплея, прохождения различных игр, игры в Майнкрафте, то есть мини-игры и много конкурсов. Прошу вас перейти, и вы можете поискать, и вдруг вы найдете ту игру, которая вам очень нравится. И, может, подпишитесь, я на это очень надеюсь. Ссылочка в описании и также на вашем экране. А мы продолжаем. Всем приятного просмотра. Да, ребята, сразу предупреждаю то, что в следующей серии у нас будет очистка. Да, прогружайся ты уже. Очистка музея, то есть люди, которые перестали комментировать, вылетят с музея, а новые люди, которые комментируют в протяжении каких-то несколько серий, или, например, они в общем принимают активное участие в обсуждениях, то они, можно сказать, попадут в музей покемонов. Да, ребята, поэтому продолжайте комментировать, или те, кто хочет попасть в наш музей, начинайте комментировать. Ребята, просмотрю я на ресторан, уже действительно нужно его взять наконец-то и достроить, потому что мозолит глаза, и у меня есть какие-то новые идеи, да, там, например, как бы как-то разукрасить наш сезон, что ли, домик на дереве, например, построить. Тут нам еще порт нужно будет сделать, да. Я все как-то хочу, но никак не соберусь. Тут порт нам нужно, а вот тут можно даже домик на дереве как-то построить. Но в первую очередь нам нужно сначала закончить наш задний двор, после этого закончить наш ресторан. И только уже после этого уже наконец-то строить что-то новое, да? Тут, в принципе, я говорю, дорожку сделать, тут озеро, да, мне говорили, может даже и бассейн, чтобы меньше работы. А вот где-то тут еще беседку. То есть это не беседка, это, можно сказать, посидеть как в кафешке, знаете, на улице, что ли. Посидеть, поговорить, заказать себе что-то, да, там, мам, принеси там мне, не знаю, чай, да, мама выйдет сюда на улицу, принесет вам там чай, возьмете себе, а прикиньте, вот так в жизни, да, сесть так возле своего дома. Вот тут везде фруктовый сад. Принести сюда на стол ноутбук с Wi-Fi где-то, включить его в розетку, например, где-то вот тут. Сесть возле природы. Мам, принеси мне чай или там кофе. Мама принесла. Сидишь вот тут, сидишь на столике. Прям, знаете, так кажется, как будто мы тут реально сидим. Сидим тут на столике. Балдеем, кайфуем, да? Было бы реально круто, если бы так, знаете, в жизни, вот на такой природе было бы круто. Тут еще нам нужно... Давайте план небольшой. То есть в следующей серии мы добавим людей, в следующей серии мы сделаем очистку, потом в следующей серии мы добавим людей, потом нужно тут еще кровати, как бы обустроить вот эту еще гостевой домик, потом сделать или бассейн, или озеро, сделать палатку, сделать какой-то заборчик, и, в принципе, на этом мы уже закончим строить наш двор. Потом ресторан, потом домик на дереве можно, потом порт и все такое. Но сейчас, ребята, что нам нужно? Что нам нужно? Алмазики я вижу. Ох, честно, ребят, не знаю, нам нужно прокачать еще один уровень Клинклангу, потом, ну, Метангу еще до хрена, Вайлипуму еще 4 уровня прокачать, и потом у нас идет дальше Старли, Роженролла, да? Ну что, ребята, может начнем беседку строить, хотя для беседки нужны ресурсы, если честно, у меня сейчас не очень много ресурсов, если в общем взять, я даже не знаю, где нам вот это строить. О, нифига себе, Серпериор. Ну, я знаю, что заборчик будет какой-то вот такой, то есть вот сюда. Но это все и так нужно делать, и это, мне кажется, реально долго получится. Но если постараться, фиг его знает. То есть, знаете, иногда нужно строить. Я люблю, в принципе, строить, если честно. Да, я думаю, многие кто любят, но больше, конечно, количество любит просто Пиксельмон и остальное ненавидит, да, ненавидит, что я там делаю, потому что Пиксельмон, давай, Пиксельмон, да, будут обсирать, обгаживать, только потому, что это не Пиксельмон, а что-то другое, да. Давайте тут немного выкопаем сейчас, ребят. Так, ладно, сейчас продолжим. Давайте вот тут немного просто еще расчистим, да, чтобы было место, забор, например, тот же поставить, да.
И больше я пока что не знаю. Ребят, я просто, знаете, сейчас сижу и думаю, может нам возобновить ту рубрику, где мы строили дома. То есть, знаете, это познавательное, мне больше фантазии приходит в голову. И помогаю тем людям, которые, например, хотят что-то построить, но нету не то, что фантазия, а просто или лень что-то придумывать, или, например, им проще, да, там, взять и скопировать какой-то дом, чем, например, там, сидеть и придумывать что-то новое, что-то свое, да, поэтому, в принципе, и тем людям помогаю, сам свою фантазию развиваю, и, можно сказать, еще какая-то дополнительная рубрика. Ну что, ребят, я надеюсь, вам понравилась новая рубрика, там, где мы выживаем на ванильном сервере, да, она, конечно, не будет часто выходить, то есть, может, раз в пару дней, может. Я не говорю, что точно. Раз в пару дней. Ой. Иди сюда. Но все же, мне кажется, это реально будет очень прикольно. Так, давайте где-то, в принципе, беседку. Вот тут, если вот тут, если вот тут, если вот тут, если. Так, тут у нас. Тут у нас будет вход. И противоположно. Вот тут, тут у нас, походу, тоже будет вход. Я не знаю, честно, какую вообще беседку делать, в каком стиле, чтобы хотя бы, знаете, туда поместили, что ли, парочка, как их там, парочка стулов, столиков, да, было бы круто. Ребят, я извиняюсь, что опять без камеры, просто говорю, ночью иногда вообще нету никакого желания с камерой играть, поэтому, ребят, прошу прощения, если что, но все же я не думаю, что в этом есть что-то страшного, да, что там страшного, что там без камеры, например, да, я на это очень надеюсь, что вам это, ну, как бы важно, да, можно сказать, иногда можно поиграть с камерой, но иногда просто не хочется, да, можно и так сказать. Ну, например, смотрите, ребята, тут у нас будет столик, да. Вот так, вокруг столика у нас. А давайте, в принципе, уже столик сделаем. Только я, если честно, ни малейшего представления не имею, как вот эти столики делаются. То есть. А, нет, знаете что, ребята, дайте-ка я посмотрю. Как думаете, что нам лучше туда поставить? Стулья или сделать такой вокруг диван, да? Хм. То, что на диван нужно. Да. Хрена, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да хрена, сколько шерсти, а у нас шерсти нету. Марип. Опа. Еще бы было круто вот это все постричь. Да твою нафиг. Я не хочу делать опять кучу новых ножниц, так как ножницы у нас есть тут, мне так кажется. Я на это надеюсь, что он... И да, есть. Там кучу хлама тоже уже нужно вот это все расчистить. Я говорю, например, на том же сервере, да, ванилке хлам нужен, потому что это ванильный майн, да, и в ванильном майне все нужно, можно как-то и так сказать. О, опа, вот, замечательно. То есть, ребята, там дофига, если честно, очень много нужно, у нас только 3 штуки. То есть, а получится ли у нас, ну давайте, ладно, еще вот этого дофигачим. Сейчас, ребята, я посмотрю одну вещь. Вот. А будет ли оно работать так, как я хочу? Если будет, то, в принципе, не будем даже париться по этому поводу. Пойдем быстренько сделаем столики и свалим отсюда. Но то, что... Будут ли они, знаете, как это можно сказать, соединяться, да, в какой-то степени? Сейчас мы это посмотрим, ребята. Давайте, в принципе, вот это уже выложим. То есть, ладно. Ой, вот так. Посмотрели, да и хватит. Тут что мы можем выложить, что сейчас нам, в принципе, не очень так нужно. Вот это. Да, это пускай все будет, потому что нам еще в этой серии 10 блиси нужно зафигачить. Так, вот что я хотел посмотреть. Дайте ко мне минутку. Вот, например. 1, 2, 3, 4. Это мы возьмем, сейчас, ребята, просто-напросто посмотрим. Если вот тут у нас будет столик, да? Не стакается. А если, например, ребята, сейчас, секундочку. Дайте-ка я посмотрю чер. Чер, вот, чер, да? Какие есть тут черы? Все, больше никаких нету? Бред какой-то.
Ладно, сейчас мы быстро-быстро вот это зафигачим, я так надеюсь. Вот тут я еще видел, да, вот. Это вроде будет, это должно вроде. Один, два, да! Но то, что... А, нет, стакается, и так стакается. Но вот тут не стакается. Вот тут не стакается. Но хотя, 1, 2, 3. И тут один. Или даже, например, вот так, да? А тут это убрать можно. Ребят, не переживайте, я не строю, то есть я только смотрю. Ага, значит, вот такие сделаем, да? То есть я только проверяю. Как они называются? Wooden Coach. Ага, замечательно. Это наши. Wooden Coach. И как еще вот эта хрень называется? Oak Table. Обычно, ладно. Ребята, там Басяндра. Я как-то, знаете, даже не за... А, твою... Вот когда нафиг заметил, вот тогда он уже пропал, да? За... Офигеть. Ладно. Wooden Coach. То есть кресло, походу. И вот та хрень. Фу, ладно. Как она там делается? Чер, вот. Давай. Ребят, ну не переживайте, мы еще успеем, в принципе, половить кого-то. Вот, ага, обычно, то есть, ла-ла-ла, замечательно. А нам нужно, хрен нам, вот этого всего хватит. Поэтому давайте еще немного возьмем. Вот так, вот так, вот так. Вот этого уже должно хватить. А нам, в принципе, не так уж и много нужно, нам только 4 штуки нужно. Я зря столько сделал, но все же. То есть один. Да, в принципе, даже бы этого хватило. Вот нафиг. Даже бы этого хватило. Зашибись. Ну ладно, пофиг. А, как... Ну ладно, давайте сначала вот это выложим. Вот так, замечательно. Вот так. Ага. Ой, это нужно отсортировать. Замечательно. Как у нас делается вот эта фиготень? Коуч. Главное не забыть. Ко-у-о. А, да, она же там как-то... Да твою нафиг. Вот эти моды, вот тут, знаете, вот этого все до хрена есть. И тут нужно все пости... О, у нас же лавочки есть! Лавочки тоже нужно сделать. И куда-то их запихнуть. Но сначала вот то давайте посмотрим. Как делается вот тот стол, потому... Ахрен его знает, как делается вот тот стол. Я их, если честно, тут вообще не вижу, или я их просто-напросто пропустил? Хм. Ок. Охренеть, ребята, нету. А, есть, вот. Тейбл. Ну, хрен его знает, почему оно так. Тейбл. Вот так, допустим, да? Она что ли с этого мода тоже? Мне кажется, да. А мы там ищем. Нет, не вот эти, не вот эти, не вот эти, не вот эти. Нет. Ух. Ребята, я не вижу. То есть вот эта хрень есть, да? Вот это. Стол. А вот той... Тейбл, где она, библиокрафт? Тейбл, вот она. Как она нафиг делается вообще? Ок, тейбл. Вот, ну тут ее, ага. Так, 1, 2, 1, 2, 3. Замечательно, все, я понял. А нам сколько нужно? Нам 2 штучки нужно, да? То есть 1, 2, замечательно, 1, 2, замечательно. А есть ли у нас там какая-то шерсть? Я на это тоже очень надеюсь. Там вроде есть еще... Да, еще 2 как раз. Замечательно. Все, ребята, не переживайте. Сейчас мы, в принципе, немного построим, чтобы было круто, классно. Выглядел наш дворик. А, только я не знаю, где бы тут... Вот смотрите, если сюда идти... Вот так. А если сюда идти... Вот так. То есть на одно в бок уходит, что ли. Ну ладно. То есть я не знаю, вот тут хватит ли места. Давайте, может, немного отодвинем, то есть над... Ой. Вот так. Ага. А отодвинем немного в бок, да? На 2 штучки вот сюда.
1-2, 1-2, 1-2. Чтобы тут место для озера было, что ли, или что это у нас будет. Так, ладно. Что, ребята, ставим? 1-2. И дальше. А может... Может вот тут. Вот так, да? И вот так. И вот тут. 1-2. 1-2. То есть, я не знаю, это не скамейка, просто кресла, да, деревянные или какие. Ну, короче, не будем париться. Пускай будут просто обычные кресла, да и все, да? Вот так у нас, ребята, получилось. Сейчас тут еще нужно что-то придумать. То есть, если честно, я пока что еще не знаю, что как, какая вообще-то беседка будет, да? То есть, у меня пока что фантазии не хватает. Что-то на ночь глядя у меня как-то фантазия приуныла, можно и так сказать, поэтому я еще пока что не знаю, ребята. Уровни у нас есть, поэтому это все можно будет отремонтировать. У нас уже вещи поломанные, да? Как бы, ребята, это сделать? Подсказывайте, не молчите. А может... Сейчас, давайте, нам заборчики нужны. Вот так давайте сначала. Да, палок, в принципе, я кучу сделал, но все же нам заборчиков тоже нормально так пригодится. Вот так пока что. Вот так. И давайте еще вот так. 22 штучки, в принципе, я не знаю, может даже хватит. Например, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. Как-то вот тут, 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 тут. Или даже тут нет. Тут, наверное, нет. А тут у нас будет... Тут у нас... Опа, ни хрена себе, я как-то пропустил. Литвик у нас есть, голдин у нас есть, так что... Ничего такого страшного нету, да, что я это пропустил. Так, ребят, охренеть, прикиньте, у меня сегодня днем уже было на улице 35 градусов жары. Я там уже охреневал, если честно. То есть, может, там где-то еще это много, да, то есть, это жарко, то есть, это охренеть как много, да, то есть, может, у кого-то там 10-15 градусов, знаете, есть, но у меня уже это с ума сойти, сколько это было, и реально, 35 градусов жары, у кого-то еще снег на улице, а у меня уже 35 градусов жары. Так, вот просто я тут, чтобы немного форму придать, да, Не люблю такие какие-то однообразные постройки. Даже если я что-то строю, я потом пытаюсь найти какие-то другие решения, чтобы оно выглядело намного круче. Например, вот сюда можно вот это. Сюда можно еще факел поставить, потому что ни хрена не видно. Вот так, да? Чтобы меньше было однотипных блоков. А если мы туда поставим вот эти ступеньки, то будет намного красивее. Вот так. То есть больше такая форма какая-то придастся. Даже вот тут можно, что ли, вот так. Сейчас вот это все поднять нужно. Ой. Че, ребята, мы идем уже прокачивать потихоньку, да? Я просто хочу посмотреть, как это будет выглядеть. Вот так. Вот так. Вот так. Хватит, хватит. Я надеюсь, что хватит. Вот так. Вот так. Замечательно. Сейчас как бы это пришпиндолить вот тут. И какой вообще тут... У нас, кстати, сейчас, давайте еще вот это поставим. Ну, допустим, ой. Ну, беседка такая, не скажу, что прям офигеть какая модная, крутая. То есть, я говорю, у меня сейчас, ребята, фантазии не очень много на сонную башку, но все же. Я надеюсь, у нас там еще есть спрусы вуде, да? Спрусы вуде. То есть ель. Джангл, оак, джангл. Нету, ребята, ни хрена уже там у нас. Давайте тогда еще быстренько слетаем на координаты. Допустим, вот сюда, да? Вот сюда, допустим. Минус 1200, 300. Минус 1200... 75 300. То есть не будем долго засиживаться, мне буквально чуть-чуть вот этой спрусвуд нужен, да, то есть у нас просто-напросто немного не хватило. Замечательно, сколько там выпадет. Вот,
Ну, 9 штук, то есть давайте еще парочку срубим, чтобы уже прям, знаете, наверняка, и все, даже больше сюда не возвращаться. Да, конечно, мы в этой серии не строим, но все же, как я, ребята, уже говорил, разнообразие нужно. Поэтому в этой серии мы немного построили, в следующей серии будет очистка, потом в следующей добавление, потом в следующей пойдем куда-то на охоту, на легенд, потому что, если честно, мы уже как-то очень давно не ловили, что ли, вообще покемонов, то есть давно мы их не ловили. Не знаю почему, но все же нужно дальше, точнее продолживать, начинать большую охоту, да, так как у нас было давно, опять с покемонами, и мне кажется, это будет реально круто. К этому реально нужно возвращаться уже. Вот тут я не знаю, честно. Вот так, я просто, ребят, пока что фантазирую, то есть я не знаю, как это вообще все еще будет. Вот там, я не знаю, может было лучше сразу поставить, сразу лучше было вот эти поставить, ступеньки вокруг, вот так. Сейчас посмотрим, как это будет смотреться, но мне кажется, реально лучше было бы сразу вокруг, то есть как-то вот так. Ой, да твою нафиг, и не то нормально не поставил, и не это нормально не поставил. Вот, 1, 2, 3, 4. Ну тогда беседка какая-то большая, что ли, получается. Если так, то тогда еще нам тут нужно бы было продлить как-то, но... А если, например, сейчас, ребята, а если мы это срубим? Я вот только еще крышу придумаю, вот сейчас быстренько, как она будет, и все. Можно сказать, мы уже даже... О, там, это Блисси? Блисси рарбос, ребята! Быстро, 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 быстро. Кто там у нас качается? Давайте нам метанга. Вот, вот. Не переживайте, ребята, я все вещи верну, то есть выложу их сюда. Конфуз нам нафиг тут не нужен. Ага, ага. Опа, опа, опа! Метанг эволюционирует, ребят. Вот смотрите, убили мы Блисси, с Блисси выпало сколько там? Парочку вещей. Эти вещи мы уже сейчас, точнее, не выкинем, а как бы пожертвование сделаем на развитие этой качалки, да, чтобы больше Блисси, качественнее Блисси были. Замечательно, Shiny Metagross Fight Hammer, вот так. А какой там Metagross? О, так мы ему его к 50-му прокачаем, да и все. 43-й, не переживайте, ребят, я вот это сейчас все выкину. 1, 2, 3, 4. Вот 4 вещи я уже выкинул. 5, 6, 7, 8, 9. Да? Ой. Вот так. И давайте что-то одно еще выкинем, например, вот это. И все. 10 вещей я выкинул. Одну Блисси мы уже убили. Еще нужно запомнить, что у нас еще есть 9 Блисси, да? Это быстренько мы сейчас пойдем и их убьем. То есть я просто хочу посмотреть, как это будет выглядеть, если мы сразу по кругу поставим. Сразу мы поставим вот. Да ты ж. Ты что, издеваешься, что ли? Вот так. Опа. Опа, опа, опа. Вот сюда. Так, так, так. Так, я надеюсь, хватит. В принципе, да, хватит. Замечательно. Даже можно, знаете что? Даже можно продлить, чтобы без... Ой. Ой, вот так. Ой, да ты что, издеваешься? Вот так. Опа, опа. Вот так. Это убрать. И еще продлить. Вот. Но сейчас уже не хватит, да, как я понял. Хотя, да, тут еще валяется по кругу. Если это все собрать, то хватит. Тут еще охренеть сколько хватит, ребята. Вот так, замечательно. Ну там Марипы, то есть это у меня Марипы, это... Ух ты, консультимейт босс. Пожалуйста, не пропадай, мы сейчас тебя быстренько найдем. Словим, это ты. Точнее, как словим, просто найдем, да? Ты желтенький. Ой, ой, нет, это не ты. Вот ты желтенький. Фу. Давай, давай. Я уже, да, иди ты нафиг со своими вот этими. Я уже даже не надеюсь на экспешеры, потому что я знаю, они уже нам в этом сезоне не выпадут.
Вот так. Видите, ребят, убили босса, еще охренеть, сколько вещей выпало. Сколько у нас там уже, в принципе, серия опять долгая получается. Нам еще Блисси убивать. Домики у нас, смотри, какие красивые получились. Я надеюсь, что красивые. Там еще босс. Это кто босс? Пласт? Нет. Да, но это uncommon босс, поэтому не очень туда хочется идти. Плюс к тому, там музей будет лагать. Ну, как-то вот так. И давайте еще немного палочек сделаем. Точнее, как палочек, вот этих заборчиков. Вот так. 7 штук, конечно, мало, но все же сейчас посмотрим, будет ли вообще это смотреться. Если мы, например, это сюда положим. Это сюда. Нет. Вот так. Например, это вот сюда. И это вот сюда. Что-то глючит меня в этой серии. Хрен его знает почему. Это вот сюда. И это вот сюда. Тут. Тут у нас уже будет вот так. Допустим, да, просто вообразим, что тут у нас вход будет. Тут 1, 2, 3. 1, 2, 3. Вот так. И знаете что, ребята? Чтобы еще немного беседка получше стала, то есть выше казалось, больше. Давайте еще полублоками вот тут сделаем. Вот знаете, что я еще думаю? Вот тут можно будет по краям вот тут сделать, хотя даже не по краям, а может даже вот тут. Или, о, а может даже, смотрите. То есть, например, вот, да ты издеваешься. Вот. А тут сделать, знаете, такую полосу, что ли, с вот этого, с булыжника. Чтобы, знаете, было какое-то небольшое хотя бы разнообразие. Не весь же нам... вот эту всю палатку, какую палатку, беседку делать с помощью вот этого. Мне кажется, вот так будет круто. И все, ребята, мы уже быстренько сейчас топаем, убьем несколько Блисси. Я говорю, ребята, я извиняюсь тем, кто там ненавидит постройки, ненавидит в шахты ходить или еще что-то, но это всегда, ребята, нужно. То есть без этого это будет очень-очень однообразно, да? Может, там все любят пиксельмоны, вот это все, но без вот этих элементарных, да, пойти построить и вот это все, может, немного в шахту куда-то сходить. Ребят, это все будет очень скучно, и я знаю, то есть, может, сейчас это весело, да, но со временем пиксельмона надоест, потому что все, что мы делаем, это просто ходим и качаемся. Качаемся, 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 ловим новых покемонов, их прокачиваем. Качаем, качаем, качаем и все такое. И это реально, ребят, очень быстро надоест. О, ни хрена себе. Пускай будет. Такой один факел на столе. О, посмотрите. А, сейчас. Давайте тогда один факел возьмем, а то я все оставлю. Нифига себе прикольно. То есть, прикольно вот так. Ну и все, ребят, то есть, не скажу, что прям супер-пупер беседка, да, получилась. Но все же попить чай тоже можно. Ну и все, ребята, беседочка у нас есть небольшая. На этом пойдем еще убьем, сколько там у нас? 9 Блисси осталось, да? 9 Блисси у нас еще есть. И давайте быстренько зашпиндолим их. 34, 34, 38 вылечим. Фу, ща быстро. Ну смотрите, 9 Блисси. Нам нужно прокачать 4 уровня Метагроссу, 1 уровень Клинклангу. Наверное, Клинклангом мы рисковать не будем, потому что очень рискованно, если честно. Если мы его перекачаем, то это жопа будет. А потом Валиплум. Ой, Валиплум. Как я люблю лаги. Как я люблю лаги. Ребят, я один заметил, что я снял крылья, потом нажал опять на крылья, и крылья почему-то перенеслись вот сюда. То есть каким хреном они туда перенеслись, если я их снял и одел. И как раз в тот, твою мать, именно в тот момент нужно было залагать. Не за секунду раньше, не за секунду позже, когда мы уже приземлились. Именно нужно было залагать тогда, когда я снял и хотел одеть крылья. Охренеть. Охренеть, ребята. Это, знаете, жопа, короче.
И те все уровни я потерял, и я на те уровни хотел отремонтировать наши шмотки. Но я их и так отремонтирую, потому что это жопа с этими лагами, если честно. Охренеть просто. Так, это сюда, это сюда. Ребят, это жопа, если честно. Что это вообще нахрен за лаг был? Вот, дайте сюда. Я сейчас, если еще раз умру, смотрите. Я их снимаю, когда приземляемся, я их одеваю, но они как-то переносятся сюда, и они не оделись, а просто-напросто перенеслись. Охренеть какой-то. Ох, ладно, 42-я Белиси, это... Какая 2-я Белиси по счету, да? 39-я. Ну, давайте тогда рискнем на 39-й Блисси. Это 3-я Блисси по счету. Да, 50-й Клинкланг. Клинкланг, да. Замечательно, это 3-я Блисси была. Замечательно. Сейчас... Ну да, ой. Давай. Сейчас, ребята... Это какая Блисси была? 2-я... 3-я, да, это 3-я Блисси была. Клинкланга мы прокачали, сейчас остался Метагросс 4 уровня и Вайлипум 4 уровня. Я уже боюсь этих крыльев нахрен, а то опять, знаете, подстава такая неожиданная. Да ты что, издеваешься? Да вы что, не перереспавнились, что ли? Ну, я не скажу, что беседка прям супер-пуперская, да, но такая миниатюрная, минимализм. Ребят, это все запланировано, это в стиле минимализм, то есть, чем меньше беседка, тем лучше. Я, может, ее, если честно, даже под... Да переспавнитесь уже вы, паскуды, а. Я, если что, может, ее даже потом перестрою. А, вот, напугал уже, напугало. Ребят, я не знаю, что с этими нахрен Блисси делать, они меня уже задолбали, если честно. Не переспавниваются, они просто зажались, короче. Ну, вы будете переспавниваться. Вот, наконец-то. Охренеть вам, сколько отбежать нужно, чтобы вас перезаспавнить. Так, ну, забор я потом, знаете, отметочку сделаю, где мы его будем делать. И все остальное. Это какая 4-я Блисси, да, была? О, вот, это 5-я Блисси. Это 6-я Блисси. Сейчас, я просто не видел, какой там уровень у Метагросса. Это 6-я Блисси. А, зря я кинул маленький уровень, но ладно. Это 7-я Блисси. Это 8-я Блисси. 32-я, 37-я, 30. Ну ладно, давайте. 9-я Блисси и 10-я Блисси. И вот сейчас спавнится 46 уровень, паскуда, когда у нас уже вычерпан лимит Блисси. Охренеть. Я еще раз хочу посмотреть на эту беседку. Я не знаю, если честно, может потом ее как-то разукрашу. Может тут тростник, например, посажу, то есть вокруг. Может еще что-то посажу, чтобы было красивее, что ли, вокруг смотрелось. Не, ну сама суть, то есть если... То есть она квадратная получилась, если честно, я не знаю, как беседку сделать овальной. Если делать беседку овальной, то она просто охренеть, какая большая получится, и получится как бы мало смысла, потому что вот сюда мы забегаем, да, садимся и сидим в беседке. А если делать овальную, то садимся в стол, и тут еще место, вот там место, и где-то только вот тут будет у нас заканчиваться беседка, то есть вот такая у нас беседка вокруг будет, вот такая, по траектории, где я бегаю, вот такая у нас будет беседка. Это реально нахрена, если в той беседке будет стоять там два стула и стол, да? И, в принципе, нахрена нам такую большую беседку, да, согласитесь? Вот такая миниатюрная, да, и все. Но зато, ребята, в этой серии мы прокачали двух покемонов, несмотря на то, что мы только строили, да, мы прокачали двух покемонов. Это у нас Метагросс 50 уровень, Шайни, давайте опять на них еще посмотрим. Да ты что, прикалываешься, что ли, нафиг, а? Ой, нет. Вот так. Это я не знаю. Не знаю. Вот,
Да, вот все работает. Да ты, ребята, это меня бесит нафиг уже. Где вот эта буква G? Где она нафиг? Иди сюда, где ты? Мультиплеер Пиксельмон, вот. G. Где она? Вот она. Ага, вот она. Наконец-то. Давайте смотрим, ребята. Клин Кланг. Это у нас Шайни, да? 50 уровень. И Метагров Шайни, вот, которого мы прокачали. Давайте их выложим и следующих в списке возьмем. Кто у нас там дальше идет? После Клин Кланга у нас идет, тут у нас уже все прокачаны, Хундум, Праймейт. Дальше у нас идет Пипинце прокачанный, Ноктоул прокачанный, Забдус не нужно. И идет у нас Венонат. Ну, Венонат еще Веномот, и да, Веномов есть одна эволюция. Ну, давайте. И дальше у нас идет Хитмонтоп. А у нас вроде два Хитмонтопа, да? Это обычный, у нас вроде там Шайни есть, что ли? Ребят, следите, потом кричите, если что, в комментариях, если я его пропущу. Просто... А, вот он, замечательно. Тогда вот того просто удаляем. Ну, пускай будет. А ну, он розовенький. Опа, какой маленький. Ну все, ребята, сейчас уже надо заканчивать, уровни мы потеряли, если честно, я вообще не представляю, как это вообще случилось из-за этих багов. Ну да ладно, ребята, на этом мы уже будем заканчивать. Я надеюсь, вам эта серия понравилась, хоть мы и строили, но я надеюсь очень на вашу поддержку, то, что вы меня поддержите. На этом, ребята, мы будем заканчивать, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем за просмотр, всем удачи и всем пока.